Я работала инженером на Горьковской железной дороге. Доход мне на тот момент уже мой не нравился. Это было примерно 24 тысячи рублей. Я понимала, что я хочу большего. И самое-самое главное, я хочу работать на себя. И на тот момент я как раз заинтересовалась сетевым маркетингом. Активно сетевым маркетингом я занимаюсь последние где-то 3-4 года. Просто так легко деньги, они не достаются. Самое главное просто искать. Если что-то не получается, нужно просто пробовать другие варианты. Возник острый вопрос менять компанию и подбирать такую компанию, в которой хочется осесть. И именно в этот момент мы познакомились с компанией Siberian Wellness, в которой просто сложился окончательный пазл, в которой абсолютно полностью все на 200% ездит по его развитию. И этот бизнес, он абсолютно не имеет никаких границ, абсолютно не имеет никаких рамок. И все, что нужно, это приглашать людей в этот бизнес и пользоваться продукцией. Именно компании Siberian Wellness, благодаря в первую очередь просто шикарнейшему продукту, максимально выгодно, максимально комфортно, удобно и эффективно развиваться именно в онлайн. Люди нас находят совершенно из разных стран. У нас есть люди в команде из Германии, у меня есть даже партнер из Эстонии, у меня целая ветка по Казахстану. На данный момент мой личный доход составляет приблизительно около 500 000. Естественно, он сейчас каждый месяц растет, потому что команда растет просто с невероятной скоростью. Я сейчас принимаю участие сразу в нескольких программах от компании Siberian Wellness. Появилась возможность взять новый автомобиль, очень крутой, Nissan Qashqai, благодаря компании Siberian Wellness. Большая часть, в принципе, кредита за автомобиль уже погашена. Также я получила очень классный бонус в размере 10 тысяч долларов по жилищной программе тоже от компании Siberian Wellness. Эти денежки у нас ушли на погашение нашего ипотечного кредита. Я получила Platinum Travel бонус, это самый высокий бонус именно по программе путешествий, в размере 4 тысяч долларов. Именно благодаря вот этому бонусу мы смогли всей семьей съездить отдохнуть за границу. Ездили летом в июле в Турцию. В первый раз в своей жизни я ездила в отель такого просто крутого уровня, когда просто есть абсолютно все, честно говоря. Я не представляла, что отдых может быть настолько крутым. Я уверена в завтрашнем дне, я знаю, что это не какой-то хайп. В Siberian Wellness такого не будет, потому что она уже 25 лет на рынке. Плюс это возможность именно международного развития бизнеса. Моя мечта — это выйти на доход от 1 000 000 рублей выше. В принципе, мы к этому идем и все для этого делаем.